Боец сыном Аржгарды говорит, я ты бы сейчас выстегну. Вот это в голову удар пропустил. Хотел он пройти, я не мог делать, хотел этот скид сделать, боец красный шлем. Вот это вот, меня физически сильно из них боец, скорее всего, это белый шлем, на котором. Пытается обойти он контроль бойца с красным шлемом. Он ему обещал его выстегнуть. Оператор спал, немного камеру поднимал вверх. Держит. Хочет забрать свой боец. Белый шлем, синий разгард у него. Надпись у него такая, опасный вином на спине. Он сел ему сверху, он хочет брать ему бал. Он смотрит, что за позиция. Что опасно. Такие мужчины опасно на пляже встречать. С вами опять здесь бой. Хотел ноги пройти, ногу поймал и зацепил хорошо. Судья остановил. Почему остановил судья? Говорит, бить нельзя. Предупреждение бойцу красный шлем дают за удар. Бойцу с красного угла предупреждение за удар соперника в партере. Бал синим. Какая громкая колонка позади нас стоит. А бой продолжается. Боец красный шлем очень активен. Либо он хороший боец, либо он под спидами. Вот боец синий залез ему, хочет его душить. Очень хороший боец, синий Рожгар, белый шлем. Надпись вином ему очень продает сил, очень она в него верит. Он идет на него, хочет взять бал. Боец красный шлем не сдается, у него буква М. На шортах написано, это написано Матадор. Оп, извиня, это мотиватор. Мотивирует его шорты очень сильно на победу, но почему-то он сейчас внизу. Все-таки Venom намного сильнее, мне кажется. Именно борьба. Что они там лежат? Судья считает. Какой лоу-кик был сейчас в ноги. Боец красный шлем отдвигал. Вот смотрите, что он сделал. Опас. Опять занял он боковой контроль. Держит ему позицию. Почему-то судья не дает балл за этот контроль. Потому что контроль, видимо, был. Позиция начала считаться. Опасный этот боец синий Рожгар, конечно. Прошу прощения, немного что-то отвлекся. Поменялись местами. Хочет вывести его на болевой прием. Сильный боец. Хочет бороться. Он очень хочет сильно бороться. Он не готов встать с колен. Боец красный шлем. Очень хороший. Очень опасная позиция опять наступает. Все силы пытаются отдать, чтобы соперник в красном шлеме послушал спокойной ночи малышу. А он его очень не получилось. А все равно хочет засыпать, лежит. Вот, смотрите, проснулся. Оп, я воскрес. Обходит одну ногу, вторую. И полетел, и Якутская авиалиния, или какие там. Не получилось, у него мягкая посадка была очень. И все-таки смотрите, какая воля к победе. Говорит ему, тебе звонят и подтаскивают руку к уху. Говорят, стоп, подожди. Ты зачем делаешь голову вот так ему? Это мужской вид спорта, здесь так нельзя. Синий. Судья показал бицуху сейчас только что на камеру. Говорит, смотрите, у меня такая на правой руке бицуха. Колонка громкая очень сильно говорит, я сбился немного с пути. Вот опять боец красный начинает прессинговать. Синий Рожгард опять пойдет сейчас бороться. Вот смотрите, что происходит. Опасная схватка, очень серьезная. Опять он. Бой закончен. Судья выходит на середину. Снимая бицуху судьи. Судья убежал. Пошел за гонораром. С
скорее всего, так. А приуныл я. Немного, чуть-чуть приуныл. Но я встану, я пойду туда, мне должны руку поднять. Я задаток оставлял хороший, говорит, боец. Дополнительная минута. Видимо, мало дынок оставил. Судья не понравилось что-то еще, говорит, давайте минуту будет драться. Боец красный шлем с буквой М на шортах, очень серьезный. Поправил капу, пощупал перчатки и готов драться. Силы покидает бойца с синим разгаром, белый шлем. Вот что делает, посмотрите. Посмотрите, что делает. Действие с ковра. Это было пенальти, как в футболе. Только тут голова была, как мяч у бойца с синим рожгардом, белый шлем. Виноват сам 100%, ушел в ноги. Вставай, парень, вставай. Поднимай свой кожаный мяч с пола. Мы верим в тебя. Молодец. Застегивай свой шлем. Терпи, тебе осталось чуть-чуть, ты победишь. Судья помогает, говорит ему напутственные слова. Молодец, ты молодец, давай, ты держись. Продолжаем драться, ничего не было. Давай, не иди в ноги под ногу. Вот, смотрите, вот что происходит. Забирает руку, опасный момент, но боец синий Рашгар Стамплю опять доминирует. Сверху сидит он на нем, не хочет отпускать, говорит, медаль моя. Вот я тебе буду вот так сидеть, говорит. Что за мужчины? Что происходит? Время.